Если в деле о золоте виновные уже найдены и осуждены, в истории с пропавшей в Нижнеудинском районе девочкой возникает все больше вопросов. Напомним, 8-летняя Регина Валенкова ушла из дома в минувший четверг, и до сих пор о ней ничего не слышно. Поистине шокирующим стало признание матери пропавшего ребенка. Во время одной из бесед со следователем она заявила, что сама убила дочь, однако не смогла рассказать, как именно совершила преступление и куда спрятала тело. А позже и вовсе отказалась от своих слов. Следователи продолжают отрабатывать и другие версии, среди которых не исключается вероятность суицида. Кроме того, оперативники и волонтеры, которые не перестают разыскивать пропавшего ребенка, надеются, что девочка все еще жива, но заблудилась или спряталась у кого-то из знакомых.